Какие у вас впечатления от сборной? Уже не первый день, а продолжается сбор. Вчера вы были в Мурманске. Что самое яркое впечатление у вас от возвращения в сборную долгожданного? Ну, вот вы уже сказали, наверное, самое яркое то, что я давно не был. И то, что я вернулся, очень рад видеть всех, опять же, друзей, с кем я очень хорошо общаюсь. Там с ЦСКА парни, понятно, долгое время вместе играли. И, в принципе, видеть тренерский штаб, давно не виделись. И вернуться, в первую очередь, в Россию тоже давно не был. В этот раз ничего не беспокоило по травме? Не было никаких угроз тому, чтобы вы вернулись? Нет, в этот раз ничего не было, слава богу. И надеюсь, дальше будет так же. Первый интервью РФС ты сказал, что со многими не знакомы этой сборной. Вот за это время, проведенное здесь, успел, может быть, выучить какие-то фамилии? Ну, много молодых, мы живем в разном корпусе, поэтому мы особо даже не виделись. То есть я особо не виделся с ними, вот те, кто играли с Египтом. Поэтому только мы в первый день виделись, а все остальное время мы даже тренируемся в разное время, поэтому особо даже времени не было на это. А вот в основной сборной, которая все знакомы, правильно понимаете? Ну да, в основной плюс-минус пару человек только я лично не знал, а так, в принципе, да, всех знал остальных. Вот долгое время у вас не было расположения национальной команды, за это время вот, в отсутствие вас изменился ли, может быть, уровень сборной, как вы думаете? Да, сложно, наверное, сказать, изменился ли он. Мне кажется, все плюс-минус так же, на хорошем уровне, поэтому, я думаю, особо отличий не заметил. Насколько тяжело перестроиться за короткий срок, в том плане, что полтора года, опять же, не были, вы давно уже обосновались в европейском футболе, очевидно, что и стиль разный, и не хочу никого обидеть, но качество футбола, которое показывается там у вас, к которому вы привыкли здесь, оно разное. И тут там 3 дня на подготовку, и вам нужно сыграться, понять партнеров. Насколько получилось подстроиться сейчас под них? Да, я думаю, что это, в принципе, нормальная практика, что ты приезжаешь в сборную, у тебя мало времени на подготовку. По поводу уровня, я думаю, что есть, конечно, небольшой какой-то разрыв в уровне, но он, опять же, небольшой, только, я бы сказал, наверное, в скорости принятия решения. А так, я думаю, что таких сильных отличий я не наблюдаю, и никаких проблем нету к тому, чтобы подготовиться к игре. То есть даже 3-4 дня этого хватает. Я думаю, что все футболисты сборной России смотрели чемпионат мира по футболу, несмотря на то, что достаточно давно он уже был. Какое-то представление о Катаре можно составить? Какое оно у вас? Что это за команда? Что от нее ждать, в конце концов? Ну, мы, если брать чемпионат мира, я уже, наверное, не особо помню, какой у них стиль игры. Опять же, они там выступили не очень хорошо. Они выиграли, по-моему, одну игру, да, только на чемпионате мира? Ни одной, значит, не выиграл. И мы только посмотрели сегодня теорию, и, в принципе, средняя команда, я бы сказал, прям очень крепкая, и стараются играть в футбол, то есть стараются играть низом. И я думаю, что на данный момент это очень, очень такой хороший, сильный соперник. Насколько для вас, как для футболиста, важна поддержка болельщиков в том плане, что именно, чтобы они на стадионе в большом количестве присутствовали? Вчера, может, кто-то из отдыхающих или специально прилетели в Египте, несколько десятков человек ребят поддерживали и говорят, что их слышно было очень хорошо и ощущалось это. Я не знаю, будут ли они в кадре или нет, но насколько для вас это важно, можете обратиться, в принципе, к болельщикам, может, они билеты купят и полетят завтра. Нет, конечно, это безумно важно, я думаю, для каждого игрока видеть то, что тебя поддерживают с трибуны, во-первых, наверное, там даже на выездных матчах это вдвойне приятно, и мне бы очень хотелось, чтобы как можно больше было болельщиков, очень рады были бы видеть, и это дает какую-то там дополнительную силу, когда тебе тяжело, особенно в концовке игры, поэтому я думаю, что это прям супер важно. Главные тренеры, футболисты говорили вчера после Египта, что невыносимая жара. Я думаю, что в Катаре наверняка будет не лучше. Возможно ли себя к этому как-то подготовить, либо просто выйти и терпеть 90 минут? Есть ли какое-то решение этой проблемы? Ну, насколько я знаю, там на стадионах можно регулировать температуру, поэтому там можно ставить, там вот даже на чемпионате мира там делали около 20-21 градуса, поэтому, если это правда, опять же, то, а так, я думаю, к такой жаре себя вряд ли подготовить как-то можно. И я думаю, ну, придется адаптироваться, как-то терпеть. И я думаю, что, опять же, это не прям какая-то сильная проблема. Опять же, почти 2 года вас не было в сборной. Как такая небольшая адаптация в плане языка проходит? Наверное, не так, скажем, до этого времени часто приходилось на русском языке так часто говорить, как здесь. Ну, я же разговариваю тоже на русском, там, по телефону бывает. Я его не забыл, не переживайте. Для меня адаптация не нужна на русском.
Вы сейчас самый звездный игрок сборной, так или иначе. Чувствуется ли это как-то? Может быть, молодые постоянно подходят, спрашивают совета, либо ребята тоже из основной команды просят где-то показать, там, посмотреть вас как-то? Да, если честно, прям таких советов не было. Просто там иногда что-то спрашивают, как там, как с тем, как там про тренера спрашивают, как вообще там обстановка там, в принципе, в команде, там как, ну, то есть просто как футбол за рубежом, такие вопросы, а прям таких советов особо не было. Еще касаемо советов, вот Далер Гузяев переехал во Францию, советовался ли он с вами перед приездом туда? Перед приездом он не советовался, но когда он приехал, он просто спрашивал там про чемпионат, про все, там про какие-то команды, даже там вот с кем они играли, он даже спрашивал, как команда там, ну плюс-минус какой стиль у них игры, там, чтобы просто понять там какие-то мелочи. И так просто списывались, поздравлял его тоже, там хорошо начал, молодец, и все на этом. Вы пока не встречались во Франции, там или поужинали? Не, у нас далековато мы друг от друга находимся, ну если брать Францию. Так-то мы там, наверное, 50 минут на самолете, но это там, если брать районы Франции, то это далеко. Поэтому я думаю, что в будущем будут какие-то выходные. Он тоже сам сказал, что хотел бы прилететь. Саша, я не понял вашу цитату. Он спрашивал у вас про Гавр, куда перешел, про другие команды, куда не, с кем он играл, да, с которыми они там должны. То есть они уже сыграли на этот момент, но у них там был первый тур, второй тур. Он просто, мы переписывались, и он просто спросил, там, как вот эта команда вообще, как выглядит и все такое. То есть вы выступили в роли скаута? Ну, там ничего особо великого не сказал, просто там есть какие-то стили разных команд и все. Вы ожидали, что он так успешно начнет? Ну, я думаю, что это было ожидаемо, он хороший игрок, и почему нет, там у них тоже крепкая команда. Даже у нас парни, там, кто из Монако знает тех игроков, кто играет в его команде, сказали, что крепкая команда и вполне себе могут там хорошо выступить. Ну, для вас, когда вы узнали, или, может быть, заранее знали, когда он перешел в Гавр, у вас не было шока? Почему шока? Ну, потому что игрок из чемпионата, из команды чемпиона России, ага, с не самой, да, маленькой заработной платой, уехал в команду «Новичок», ага, лиги без зарплаты, как писали, около 400 тысяч евро. Ну, падение серьезное, и в команду, которая будет бороться за выход. Ну, вот я с Далером. С Далером давно знаком, и я давно знаю, что он всегда мечтал поиграть в Европе, то есть независимо от того, какая зарплата. То есть я давно это знал, и для меня не было сюрпризом. Давно то есть я понимал, что он перейдет. Да, нет, давно знал, что он хочет перейти, независимо от денег. Ну, и это случилось. И это была радость за него. Ну, конечно. За любого игрока было бы чувство радости. Разные говорили о том, что почему вы не приезжаете, причем были и плохие слухи о том, что клуб говорит о том, что у вас травма, а травмы не было. Вы чувствовали какое-то, может быть, сопротивление клуба, чтобы вы летали в сборную России в тот момент, когда команда не участвует в официальных матчах? Не понял. Была травма, а травмы не было, вы сказали? Ну, слухи такие разные ходили. Так мы связывались с врачами сборной. Отправляли снимки, и это как бы травма, она и была травмой. Ну, как клуб относится к тому, что вы едете в сборную в тот момент, когда нет официальных матчей? Нормально относится, никаких проблем нет. Угу. Все спокойно отпустили, то есть, и даже если это там неофициальный или официальный матч, это такого нет, не имеет какого-то значения. Что для вас сейчас главный интерес игр в сборной России? То есть мы не играем официальных матчей, у нас не самые сильные соперники, скажем так. Угу. Что для вас главное сейчас, что мотивирует вас играть за сборную? Да я всегда с детства мечтал, во-первых, играть за сборную, а во-вторых, я думаю, что каждый все равно, даже сейчас любой игрок, он, наверное, хочет играть за сборную. И понятно, мы сейчас там, не, как вы сказали, не самые топовые соперники у нас, но в любом случае ты хочешь играть, ты хочешь побеждать. То есть это никуда же не делось. Вы приезжаете, можно сказать, такой звездой, потому что, как единственный, можно сказать, представитель иностранный. Чувствуете какую-то, может быть, особую ответственность, что вы потянете, так скажем, всю команду вперед, вот, в том числе в матче с Катаром? Ну, прям потянете, наверное, такое слово, наверное, нет. Но думаю, что нужно как-то проявлять, понятно, лидерские качества и в какой-то тяжелый момент там помогать, подбадривать партнеров и как-то показывать игрой. То есть в этом плане. А чувствуете себя такой вот, скажем, звездой вот среди этого состава, что все вот просто даже смотреть на все видео РФС, которые выкладывал, все как будто тянутся к вам, что-то там спросить, общение? Честно, не сказал бы, что прям чувствую себя какой-то звездой. Саша, лидером себя чувствуете? Лидером чувствую.
как это чувство пришло и в чем это ощущение? Ну, во-первых, там лидеры у нас есть тоже там в раздевалке, кто может там какую-то речь сказать перед игрой, это больше, наверное, к Джики относится. И то есть, ну, если касается там, если взять меня, то я думаю, что лидеры тоже должны там проявлять себя на поле, это тоже очень важно. И если ты там как-то в каком-то моменте себя очень хорошо показываешь, это дает какую-то уверенность и твоим партнерам. Более раскованно играют, это тоже, мне кажется, не менее важно. Какие перемены вы ощутили в команде спустя достаточно долгое отсутствие? Что здесь изменилось? На самом деле, прям почти все то же самое, вот с того момента, как я был, и плюс-минус все то же самое, прям даже, наверное, все. Насколько вам удается следить за российским футболом и за Францией? Насколько вы погружены, ну, грубо говоря, это знание уровня результатов, кто первый в таблице, посмотрите какие-то нарезки, вы в курсе вообще там вплоть до... Я не знаю, каких-то проектов, допустим, знаете о том, что Дзюба и ваш бывший главный тренер в ЦСКА стали стендаперами? Об этом в курсе, да. Так, смотрю, ну, наверное, большие матчи только там, когда там играют, там, понятно, ЦСКА, Спартак, Спартак, Зенит, Локомотив, там, Краснодар. Плюс-минус только эти матчи, я, ну, такие команды, когда играют между собой, я смотрю, но, опять же, когда есть время. Потому что у нас бывают игры в одно время проходят, и там где-то хайлайты, понятно, тоже. Хайлайты, наверное, чаще даже смотрю, потому что там ты в любое время можешь их посмотреть. Но не сказал бы, что прям сильно слежу сейчас за российской премьер-лигой. Ну как отнеслись? Вы так сказали, да, в курсе, что Слуцкий и Дима стали стендаперами. Вам удалось посмотреть. Ага. Для вас это шок. Вы наоборот порадовались, что это новая грань их таланта. Да, мне кажется, не знаю, я смотрел выпуски с ними там в разных передачах. Не знаю, мне было интересно посмотреть. Ничего такого, я думаю, что... Ну, шока точно не было. Как вы видите свою перспективу? Вам будет 28 лет в следующем году во Франции. Мы за вас рады. Вы играете в одной из сильнейших команд. Но титулы вы завоевали в России, во Франции, если не ошибаюсь, извиняюсь. Главное достижение – то, что вы играли в финале Кубка, в Кубке ПСЖ. Это вас как? Понятно, что титулы – это всегда круто, ради этого мы играем, но... Конечно, хочется выигрывать, но на данный момент, там, вот как вы сказали, я думаю, что да, это самое такое главное достижение, к сожалению, я бы сказал. Ну, будем пробовать дальше работать, выигрывать. Я думаю, что вот в этом сезоне у нас, наверное, самые большие шансы как раз-таки, если брать, в общем, все мои прошлые сезоны. Почему именно в этом сезоне? Ну, по ощущениям, у нас сейчас самая сильная Монако, вот сколько сезонов я был за все время. Самая сильная команда сейчас. Весной, еще до вашего продления контракта с Монако, говорилось, что в том числе и Боруссия, Дортмундская и другие какие-то иностранные клубы заинтересованы. Вас как-то рассматриваете варианты продолжения карьеры другой, имею в виду, среди других иностранных клубов, или все-таки больше сосредоточены на Монако? И что-то, знаете, о Боруссии, Дортмунде? Был интерес, но конкретного прям предложения как такого не было, поэтому... Я на данный момент там счастлив в Монако, и то есть я там не думаю о том, что прям мне нужно срочно куда-то уйти или там сижу и жду предложения, то есть я доволен там, где я нахожусь, и то есть все устраивает. Я понимаю из того, что вы сказали, что главная ваша цель, главная мотивация сейчас остаться в Монако, это уровень состава команды, который у вас есть, то, что чуть слабее стал ПСЖ, возможно, это моя точка зрения, и вы хотите выиграть титул в Монако. Ну, мотивация, наверное, не только в этом, в том, что я думаю, что понятно, что сейчас у нас, я думаю, что самые большие шансы за все время, ну, сколько я там выиграть, наверное, там, чемпионат, но и каждый год ты играешь там в смысле, чтобы выиграть, не просто, чтобы там занять третье место или второе, каждый раз ты хочешь выиграть, иначе там, я не знаю, не получится хорошо играть, если там думать о каких-то вторых, третьих местах, мне кажется. А так я думаю, что ну плюс-минус вы правы. Вы уже говорили, как относится в клубе к вашему вызову сборной. Вообще в целом поменялось ли отношение в клубе и в целом в Европе, учитывая, что вы играете международные матчи, например, тоже вот сейчас сборы после начала и своего именно к вам? Нет, лично ко мне ничего не изменилось, ни в клубе. То есть на мне это никак не отразилось. Сказали, что ощущаете себя лидером, в том числе, нет ли уже информации, будете ли вы капитаном на матч с Катаром? Нет, еще, я думаю, ну, информации нету, и пока даже об этом
ну, даже близко не общались. А в принципе, готовы быть с Катарской повесткой? Ну да, я готов. Саша, вы играете долго и успешно в Монако, уехали сейчас Захарян, но уехал Кузяев. Можно говорить о том, что востребованность россиян, она повысилась в Европе. С чем это связано, если моя точка зрения верна? Ну, не сказать, что прям повысилась. У нас совсем мало игроков играет. Я думаю, что нужно, чтобы играло больше игроков. Тогда можно так сказать. Я думаю, что да. Ну, на данный момент очень мало у нас. Поэтому востребованности-то как таковой, я думаю, что нету в русских игроках. Как раз вот переход Арсена, может быть, списывался ли он с вами, звонил ли он вам в том плане, что, вот вспоминая ваши первые дни в Монако, как ему, может быть, лучше обустроиться в другой стране, на что может обратить внимание, в первую очередь, в первые дни? Нет, мы с ним не общались, но там еще когда вот я был в сборной, он еще был на тот момент «Динамо» тоже, уже были слухи, что он куда-то уйдет, он просто, мы с ним как-то разговаривали, он тоже спрашивал, как там было тяжело. И, то есть мы разговаривали на эту тему, но там в момент перехода, и когда он перешел, мы не общались. А сейчас, можете сказать, вот испанский чемпионат, в целом, если вы видели, может быть, его игры вот последние за «Динамо», подходит ему в целом, может быть, по манере какой-то, не знаю? Да я думаю, что подходит, потому что он игрок такого креативного плана и любит играть больше с мячом, больше в пас, там какие-то комбинации, стеночки, как раз таки испанский футбол. Он более к этому и предрасположен. Давайте представим такую ситуацию. Вас вызвало руководство Монако и говорит: Саша, вот нам нужно усилиться еще чуть-чуть. Ну, допустим, зимой вас вызовут. Можешь посоветовать кого-нибудь интересного россиянина из чемпионата России, который мог бы нас усилить? Чьи фамилии назовете? Ну, во-первых, наверное, позицию мне бы нужно было узнать. Я не знаю, ну, тяжело сказать прям. Я бы, конечно, как можно больше посоветовал, но... А так, если... Ну, не знаю, например, Федю Чало я бы посоветовал. Очень хорошо выглядит. Там последние, там, сколько, полтора года, как минимум. Мне кажется, я бы вот на его выделил. Вот ему поездка в Европу на пользу пошла, как тебе кажется, он сыграл там некоторое время, и после этого как раз... Да, и вот после этого как раз он, да, вот как вы и сказали, я думаю, что один из факторов, это вот как раз-таки была его аренда.